И матч проводил полные. И вот, смотрите, какой матч своего партнера, конечно же, Дзакани. Наверное, главное креативное. В минуте. Подача в центр штрафной. И не дотягивается миланскому капитану. Смотрите, тут два. Давайте смотреть, что здесь было. Выигрывает борьбу. Федерико оказывается на добивании. Верона в прошлом матче. Атака Милана, и вот еще раз повтор этого эпизода. Златан. Передача скрытая на Салемакерс. Здесь Ляо. Ляо можно не узнать. Сбрил он. Это штрафной, подача, борется. И в борьбе. Клуб подхватывает. Салемакерс. Чалхан-Углу. Давайте сейчас на атаку Милана отвлечемся. Чалхан-Углу. Алексей Миранчука. Получился его гол. Кстати, чем-то похожего. Опорный полузащитник. Подача Салемакерса. Ляо дует. Шагимович забросил штрафными соперниками. Ну и давайте посмотрим. Здесь добирается до пытаться вскрывать оборонительные порядки Вероны. Ибрагимович. Скидка. Забегание. И здесь Салемакерс. От перекладины в ноги Донаруме. В другую, которая в Риме располагается. Ух ты, удар! Закани с лета. Ну ты попробуй, отыграй два мяча у Вероны, которая всего три гола пропустила. Закани после его удара рикошет или даже серия рикошет. А дальше что? Ляо смещается в центр, сам будет бить рикошеты. Самый надежный вратарь серии А. Давайте смотреть. Следим за Златаном, следим там за другими высокими игроками. Никто Верон очень неплохо выглядит в эти 25 минут. Милан повторит. Кисье и влетает Алексис Салемакерс. А посмотрите, что здесь произошло. Дури, я напомню, в ворота Удинезе отправил он мяч. С передачей брать куда не уходил. Милан продолжает играть. Угловой. Чалхан-Углу подает на дальнюю штангу. Сильвер. Но вот, тем не менее, несмотря на то, что так бурно он реагировал на эпизод, желтую карточку наверняка сейчас получит Салемакерс. Чалхан-Углу. Навес на штрафной. Кьяер борьбе. Обхитрил своего соперника. Златан мяч получает. Метров пробегает он, то не получается с помощью подачи остроту создать, а вот теперь мяч должен и может зацепиться. И нарушение правил. Темпор своих кумиров представляют. Подача в центр штрафной, здесь Кьяер, король вор, Ляо. Еще раз, 20 лет, 6-го. Сыграть в мяч у Ловато. Те в штрафной. Да, удар наносит Златан. Верона, Чалхан-Углу. И здесь рикошет. Действовать, нежели намеревался сам Алекс. Центр штрафной, подача. Все, все секундомеры синхронизированы. Ребич, который тут же активно в игру вступает. И смотрите, поддавил сейчас Сильвестр. Ребич. И вообще показалось, что скользнул. Вот, высоко подняв голову, перехват. Ну и по три сейва. Гающего Чалхан-Углу. Бенасер показывает, дай мне сюда. Вот я готов. Пытается бить в этом матче. Хороших действительно таких вот. Сье дальше пытался переадресовать мяч на свою пару. Тем, кто замыкал эту атаку, зайдет. Ляо и будет бить. И здесь рикошет. И повезло. Вот Ляо, вот Чалхан-Углу. Вот, честно говоря, мне кажется, на одной линии располагался турецкий полузащитник. Правда, не всегда он хладнокровен. И вот и сейчас вроде бы мимо защитника мяч прокинул, но упустил его за боковую. У португальца и чемпиона мира французского. Сейчас Гуидо ему не выписал. Были здесь Тео Эрнандес. Антревич, удар у него неплохой. В этом сезоне 6 матчей чемпионата позади. Так вот, возвращаясь к 7 мячам Ибрагимовича, удавалось забить. Сейчас чуть позже об этом. Златан. Подача. Сильвестри. Графию. Где он наносит этот удар. Чалхан-Углу. Златан. Удар. И...
Ух ты, вот это момент. Стеночка, ну, может быть, было положение вне игры. Не торопится Тео. Кисье, что, нарушение правил. Ударил ему по икроножной мышце. Вот, смотрите, пожалуйста, нарушение. А Кисье был первым на мяче. Против него Марко Сильвестри. Человек, который геройствует в этой встрече. Кимович выше ворот, с ума сойти, 66-я. Жается Кисье, Златан справа, на него следует передача. И добавлял, по второму наверняка добавит. Положение в и так долго его обрабатывать. Златан снова. Но здесь на подборе Диас. В центре штрафной. Златан, он все. Защитника давайте смотреть. Но опять столкновение. Тут назад выпрыгивает. Потащил. Ну и Брайан Диас тоже. Нужно его обязательно.